Смотрите, опять нарушение. Никто правил дорожного движения не знает. Автобусная остановка. Стоим шабашем на остановке. Как же так? МВД 200. Ага. Кто не хочет подойти ко мне, со мной поговорить? Хотят. Здравствуйте, как же так? Опять нарушаем, а? Как, уважаемые? Почему нарушаем? Ну, я не знаю, там вот знак автобусной остановки. Здесь наезд на пешехода было, знаете, да? Ну, не в курсе, к сожалению, я не в курсе. Ну, а вы нарушаете. Первокурсники. Ну, тут часто бегают они, да, есть такое. Вот поэтому мы здесь стоим. Ну, вы хотя бы чуть дальше поставьте машину, зачем нарушать? Мы остановили, сейчас проверяем, сколько серебристой машины. Подозревается Мерседес. Ну так у вас же этот люстра есть сверху, вы же можете нарушать сколько хотите с ней, она же вам дает возможности. Что вы не пользуетесь ею? Или не работает? Работает, конечно. Ну а че ж вы так? С нас требуете, а сами? А кто нарушает? Никто нарушает. Ну вот это автобусная остановка. Здесь наезд на пешехода было, поэтому мы здесь стоим все. Ага. Ну ладно, хорошо, если вы считаете, что вы не нарушаете, ну, это ваше право. Я вам ничего не могу сказать. А почему ремень не пристегиваете тогда? А давайте протокол составим. Зачем? Не, ну я как? Я не имею права предупредить вам. Не, ну если я не пристегиваю это ремень, давайте составим протокол тогда. Как вы чем, пожалуйста? Максим Викторович. Максим? Да. Ну давайте составим протокол. Ну что ж вы, я вам документы передам сейчас. Где проживаете? 17 число здесь не будет? 8 утра вечера. Утром. Не, вы знаете, утром я вообще не бываю нигде. Не слышали, да, здесь? Нет, не слышал я. Не в курсе? Ну, давайте за ремень тогда, что же вы? Я с вами согласен буду, давайте тогда. Я протокольчик, я вам документы передам. Вы за ремень составите? Не, давайте вы за ремень составите тогда, раз уж вы говорите так. Я вам вот... Не надо предупреждать, давайте составим протокол. Вот документы мои, пожалуйста, давайте составим туда. Ну что, вы нарушаете, я нарушаю, и вы считаете. Я не нарушаю, уважаемый. Ну хорошо, вы не нарушаете. Если вы считаете, что я нарушил, здесь давайте. Был наезд пешехода. Хорошо, я слышал вас, я услышал вас. Давайте составим протокол. Значит, туда. В курсе, да? Нет, я не в курсе, я услышал вас. Давайте составим тогда за ремень. Ну что? Как называется? Максим Викторович, я же ответил. Давайте за ремень составим тогда. Что поделать? Уважаемый. За ремень безопасности я могу предупредить вам. Пристегивайтесь. Не нарушайте. Счастливого пути, уважаемый. Вот так вот, да? А потом говорят, почему я вас выкладываю, зачем? Сами нарушают, не нарушали бы, никто никого не выкладывал. Сколько можно уже? От нас потом требуют, чтобы мы не нарушали. Ладно, народ, подписываемся на канал, давайте.